Привет, друзья! С вами вновь на связи Буянов Олег. Сегодня для вас записываю новое видео. Хочу вам рассказать о том, как я буду высаживать два вида салата, петрушку и укроп. Самые простые травы, которые вы можете посадить у себя на балконе, легко, просто. Поэтому сегодня мы как раз займемся посадкой этих растений, которые растут весной и летом, и вы полностью можете себя обеспечить этими прекрасными травами. Я уже вам рассказывал, как подготовить землю, как подготовить грунт, как подготовить горшки. Осталось только нам с вами теперь посадить. Садим петрушку. Петрушка садится вот так очень просто. Раскидать петрушечку просто до половины. Немножечко ее вот так вот прикрываем. Следующее растение — укроп. Тоже так же садится по всей поверхности. Разбрасываем семена. Потом их можно закрыть землей. Примерно вот так вот. Сейчас я вам покажу еще один полезный способ, лайфхак, чтобы вам легко было садить. После того, как вы посадите какие-то растения, семена, чтобы не забыть, какое бывает, потому что я высаживаю очень много растений, и когда они вырастают, там только можно определить, что было посажено. Я обычно беру вот такой пакетик, никуда не выкидываю его, а прямо вот здесь можно его вот так вот его положить, и вы всегда узнаете, что тут было у вас посажено. Следующее, мы с вами будем садить два вида салата. Один у меня новый салат, другой у меня салат уже с прошлого года, остались семена, поэтому я тоже решил их досадить. Салатом примерно то же самое, высыпаем семена. Здесь я использую немножко другой способ, делаю небольшие луночки и обычно сажу по 2-3 семечки. Все садится очень легко, просто. И чтобы не забыть, обязательно сюда вложим нашу упаковочку, чтобы точно знать, что мы посадили. На этом, ребята, все. Я также продолжу садить другие растения, не только укроп, петрушку, но у меня очень, как вы видите, очень много горшков, все это будет обязательно засажено другими растениями. Это будет горчица, шпинат, помидоры, огурцы и перцы. На этом все, ребята. Выращивайте растения, наслаждайтесь будущей зеленью, а я постепенно буду вам рассказывать о всех моментах, которые связаны с посадкой растений на огороде. Если видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Буянов Олег.